Мага, поздравляю с продлением контракта. Рады, что ты с нами до конца следующего сезона. Расскажи о своих эмоциях. Конечно, положительные эмоции. Спасибо за поздравления. Очень рад, что футбольный клуб СКА доверяет мне и видит будущее со мной. Были ли какие-то сомнения, размышления или все для тебя было понятно? Сомнений насчет продления не было, но там были кое-какие нюансы насчет самого контракта. А там общался агент и быстро пришли к пониманию. Ты лучший ассистент команды, 3 плюс 5 в этом сезоне. То есть у тебя все получается. Сам как чувствуешь уверенность в своих силах, что в СКА ты можешь показывать свою лучшую игру? Ну да, это тоже повлияло на мое решение остаться здесь, потому что нигде до этого такой статистики не было. Эта игра мне подходит. Партнеры очень хорошего уровня, так что меня все устраивает. Поэтому я, конечно, рад, что у меня такая статистика. Но важнее то, что мы можем подняться в премьер-лигу. Неважно, кто будет забивать, отдавать. А как тебе игры в Хабаровске, болельщики, то, что ты видел на трибунах? Да, вообще отлично, все поддерживают. Очень многие ребята пугали, что вот эти перелеты, но я спокойно, слава богу, перенес, нормально все. Какие задачи ставишь лично для себя на весеннюю часть сезона? Задачи лично, ну, играть в составе, конечно, и улучшать свою статистику, саму игру. И, ну, самое важное – это выход в премьер-лигу. Думаю, все, весь Хабаровск, все ждут. Как сейчас ощущаешь готовность команды? Вот только что сыграли пятый подряд победный поединок на сборах. С каждым разом прибавляем. Конечно, есть еще много над чем работать. Но видно, что все мы уже прибавляем. Но чуть мне тяжеловато, то, что пропустил 3 недели, а сейчас уже потихоньку уже вхожу в форму.